На минувших выходных состоялась районная военно-спортивная эстафета «Кадетский биатлон», посвященная памяти героя России, гвардии майора Сергея Таранца. Эстафета проводилась на базе детского юношеского центра «Кадетское братство». Побывали там и наши корреспонденты. Военно-спортивная эстафета «Кадетский биатлон» среди учащихся школ города и района проводится уже 10-й год. В этом году участвовало 14 команд, в каждой из которых по 3 человека. Перед началом соревнований состоялся митинг, посвященный памяти гвардии майора Сергея Таранца. Воспитанники детского юношеского центра рассказали о его жизни и подвиге, затем почтили минутой молчания героя России. По словам руководителя центра «Кадетского братства» Вячеслава Геловяна, ребята принимают участие в биатлоне с большим удовольствием. Приезжают команды, даже многие школы хотели выставить по 2 команды, но сказали, положено на команду, вот они и выступают. Молодые кадеты состязались в 3 этапах: стрельба из пневматической винтовки, из пистолета и метание гранаты на точность. Участник соревнований из школы номер 6 Денис Денисов участвует в биатлоне каждый год. По его мнению, каждый парень должен участвовать в подобных мероприятиях, ведь это хороший опыт, который пригодится в будущем. Эти соревнования подготавливают нас к службе в армии, к поступление в военное училище. Очень хорошо, что они проводятся. Это помогает окунуться в ту атмосферу, которая предстоит нас. Каждый мужчина должен отдать долг родине, пойти служить в армию. После того, как все команды справились с заданиями, подвели итоги. На первом месте оказались воспитанники детского юношеского центра «Кадетское братство». Серебро взяла школа номер 48 станицы Черноярковской. И бронзовыми призерами стала команда школы номер 29 станицы Петровской. Победителей 3 первых мест наградили грамотами, медалями, ценными подарками и сладкими призами. За первое место команда из «Кадетского братства» получила кубок. Тина Копачевская, Михаил Варгулев. Программа «События».